Участки для голосования сегодня открылись по всему Солигорскому району в 8 утра. Рабочий день у членов участковых комиссий начался задолго до 8. Все окончательно проверить, опломбировать урны для бюллетеней, приступить к работе. На участках номер 25 и 27 в гимназии номер 2 участники референдума начали приходить даже до начала работы участков. Активность солигорчан высокая. На досрочном голосовании в Минской области проголосовали 43,3% участников референдума. За 5 дней досрочного голосования участок посетили 1022 человека. Это примерно 40% от всех, которые попали в список для голосования. Всего в списке для голосования до 1554. Телефоны на участках для голосования также не молчат. Те, кто не может прийти лично, оставляют заявки на надомное голосование. Стоит сказать, что многие участки в Солигорском районе оборудованы для того, чтобы свой голос на референдуме могли оставить и люди с ограниченными возможностями. Для людей с ограниченными способностями тоже организован уголок, где они могут проголосовать. Есть также и трафареты для слабовидящих, и лупы с увеличением. Ну и, соответственно, если человеку тяжело стоять, то можно присесть, и тоже организовано место для тайного голосования.